дальнем пограничье от Катюши передай привет. Я вот это ловил здоровых, ну, такого не было еще, блядь. Давай, ребята, за все хорошее, да. Главное, да, на природе, остальное купим. Всем ассаламу алейкум, всем здравствуйте, люди. Наконец-то, ну наконец-то завершился сезон нереста, запрета. Мы приехали на рыбалку с ержаном. Приехали мы за ленем. Сегодня рыбачу я на 3 удочки, 3 донки. У меня все в этом году новье. И на один фидорок. Неужели я на рыбалке? Уже во сне снился на мне. Сейчас у нас вечерка. Где-то 1.5 часа порыбачим. Потом наступает ночь. И с утра рыбачим с 4 утра. Так, у меня вот такие новые спиннинги. Приобрел. Точнее, выиграл в магазине в Астане у Батора. Облахан 56А. Вот такие спиннинги. Они вообще супер легкие крокодилы. Дешевый, всего лишь стоит 6500 тенге. У Батора приобретайте. А намоткой уже леской. Главное, что это не кобра. Блин, охота разловить их. Потом что у меня? Удочки вот такие. Год топ, короче, язык можно сломать. 6-метровый Никада Принцесс 4.5. И вот такой вот маховый 5.5. И ночью поставлю свой этот светящий поплавок. Так, все, пока отключаюсь. О, ержан стол организовывает. Давай. Так, друзья, у нас отандгоным местные астанинские прикормки. Сколько мне Чингис передал, основатель вот этих прикормок в Астане производится. На многих магазинах уже она в продаже, продаются. Здесь 900 грамм. Я взял с собой сегодня чеснок, прикормка. Сазан, карась, бешеный клев, кайнар. Фирма Кайнар. Вот он догоним. Пробуйте. Сейчас первый раз пробую. Одну только взял с собой. Обалденно вообще придумали, молодцы. Рельсовый этот закрывашка. Открываешь, закрываешь сколько надо. Можно домой забрать. Не рассыпешь нигде. Вообще классно. Половину оставим на завтра. Блин, надо было еще пару штук взять с собой. Хотя бы одну. Не подумал. С бухты-барахты, короче, выехали с ержаном. Здесь какие-то комки вот эти. Я не знаю, что такое. Но думаю, что-то съедобное. Чисто кормушки буду забивать. И все, экономить будем. Вообще класс. Хорошо, что мы сегодня выехали на рыбалку. Люблю рыбалку. Фидером сегодня первый раз буду пользоваться вот этим. Потом покажу. Свингер, фингер, мингер, короче. Разберемся. Вообще супер легкие удочки. Крокодил. На балду самый раз. Посмотрим в этом году, как она себя покажет на мамок. Так, пока я тут занимаюсь делом. Вон, ержан поймал. Линька. Черенжа. Маленький. Да, давай отпусти. Да, первый отпусти. Первый отпускаю. Может, покрупнее будет. Если все такие будут, будем забирать.
Прикормку надо экономить, блин. Одну только взял. О, вот такая оснастка у меня. Прикормка. Два крючка с червями. Бисмилля, акбалык, макбалык, кармагы малек балык. Так, первый есть. Прикормка действует. Кайнар прикормка, самая лучшая прикормка. Ачу. Так, на первую донку самую сексуальную поставим колокольчику разноцветную. Блин, как я рад сегодня, что выехал на рыбалку. Блин, обалденно. Новые донки. Все в новье. Лодка, мотор, спиннинги, донки, удочки. Все старое я раздал. Фидер мне подарил и вот этот следопыт подарил мне Серега со Станы. Спасибо, Серега. Вау! Капец, я грубиян. Купил вот такой этот. Гену купил. И вот такой свингер. Первый раз пользуюсь. Гена объяснил, как и на ютубе посмотрел, еще не включал. Хавкея 600. Ну, пойдет нормально. Больше 20 тысяч стоит. Так, на фидер вот эту поставлю. В конце крючки я переделал вот такие. Ну, вы поняли. Вот такие трендовые. Хитяо крючки. Сам завязал. Поставлю сейчас тоже на, через прикормку. Вот эту где-то здесь дырка должен быть. Сюда втыкаем. Вот эту свингер берем. Берем. Просто первый раз пользуюсь. Не думайте, что хвалюсь, оно оно. Просто первый раз пользуюсь. Нравится мне это. Если поймаю на него хорошего линя, я стану карпятником. Обещаю. Так, наступает вечер. Мои удочки стоят. Три донки, один фидер. Удочки не стал ставить. Сейчас одну поставлю светящим поплавком. Ержан сидит, ожидает своего звездного часа. Вон там люди тоже. Четыре машины. Вот так вот, ребята. Ждем, 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 ожидаем. Хорошо, когда редко клюет. Я люблю, когда редко клюет. Когда каждый мелочь достает, вот это я не люблю. Вот. О, Ержан поклевка как раз. Есть? У него казахстанский донка. Пошел. Все, ожидаем. Ачу, ачу. Сейчас вечером надо уху. Не, не уху. Рыбу пожарим, да, сегодня? Надо для этого что-то поймать. По-любому. Надеюсь, голодными не останемся. А нам много взяли. Жмуртка, яйцо, майцо. О, ребята рыбачат. Соседи наши. Ну, салам алейкум. Салам. Валентин, мой брат, друг. Привет. Салам алейкум. Че, берет? Клюет? Да так, набегами. Потихонечку. На дне есть, короче, показывать не будем. Ну, сейчас у Ержана тоже большой что-то клюнул, не смог вытащить. Вот эту фотографию когда видел, там линьки вообще огромные были. Хорошие фотографии. Вот они дня 4 или сколько назад были. Оно сейчас клюет, завтра может вообще не клевать. О,
Вот из Зеленков мы приехали, карасей у себя можем поймать. Ладно, ребята. Так, раз не клюет, поставил свой светильник на Микадо Принцесс 4.5. Смотрите, когда она клюет, вот так будет. Это вообще хитяво. Поплавок дорогой, 2500 стоит, она этого стоит, ребята, поверьте. Сейчас оснащаем и бросаем. Когда она клюет, она вот так красным цветом. Светофор. О, ребята атбасарские, новосельские подошли к нам. Валентин. Жанбыр, жанбыр, жан. Бәрімінгі тұрмайды. Сол қамын сәт. Есімді де қалмайды. Шудың бойында сені іздедім. Бәрі ойымда үміт іздедім. От-от күйгенім. Сені іздедім. Сенің ойында ей мені іздедім. Ой, типісі песенка деби. Спасибо за подарок. Спасибо. Я вам подарил по одной удочке, да? Довольны, да? Конечно. Спасибо. Подписывайтесь на канал. Ищем рыбалку. Всем доброе утро, ребята. Проснулись, время 5 утра. Вот две донки, третью донку я вчера подарил. Там ребята подошли местные, начали отжимания делать здесь, подписчики. Я им подарил. Сейчас проверил вот эти, все пустые. Крючки на месте стоят, но рыб нету. Не клюет, короче. Но время у нас есть, до обеда по-любому порыбачим. Чё там? Чё там, ага? Чё за вал? Ви, хоровал. Ленёк. Самая вкусная рыба, царская рыба. Утрянка началось, ребята. Все, ожидаем. И мы поймаем. Ложится. Донка не дышит, друг мой. Короче, утрянка нулевой. У нас не клюет вообще. Хочу перейти сюда. Ищу рыбу. Попробую здесь прямо. О, поймал. Мой первый лень. Мой первый лень. Хороший ленек. Слушайте. Мой первый лень. Ачу. Хорошо, что я перешел сюда. Ждал. Неужели я дождался своего первого ленька? Леня. Пойдет. Королевская рыба, самая вкусная рыба в Казахстане. Представляете, друзья, прямо на этом заливчика клюнуло. Потому что когда заезжали, толпа людей здесь стояла, поэтому я сюда пришел. Чья-то удочка. У кого-то, видать, не клювало. Кто-то расхерачил свою удочку. Сколько? На 5 частей. Какой-то неудачник. Ну давай, ленёк. Есть.
Вот такой карасик. Думаю, что он положил. Блин, опять карасики, блин. Хоть вас пожарим. Заберем. Карась там сидит, оказывается. На поджарку пойдет. Ну, крупного здесь походу не поймаем, поэтому будем забирать. Ни хрена карась клюнул. Ё-моё, вот этот карась. О, ребята, самый рекордный карася поймал на этом водоеме я. Ох ты. О, какой карась. Всё, эта лужа мне начинает нравиться. Вот это карась. Мне хватит наесться. Я сам рыбу сильно не ем. Одного там могу, окунька, щучку, карасика. Когда наедаюсь, я, у меня этот аллергия. Когда-то отравился я недоваренной рыбу, щуку съел и отравился. Нифига себе. Здравствуйте. Здравствуйте. Это мал, блин. Вот такого линька поймал. Да это есть, да. А вот это да. Хороший, да? Блин. Нормально, да? Я вот это ловил за рогах. Такого не было еще, блин. А, в руки возьми. Таких не было, блядь. Вы откуда приехали? Я не откуда, я местный. Местный? Я тебе вознаграждение за ночевку дал. Ага. Что, Мирон, клюет? Да. Вознаграждение у него какое? Смотри, самую рекордную поймал. Ох, нихуя. Хорош. И ленёк, смотри, а там я сижу вообще нихуя. О, в этом луже. Тоже поймали? Что где-то? Чисто на червя ты, да? Да. Я на червя. Домки молчат, дай. Молчат вообще. Дно травяное, поэтому не видит его. Местные в шоке от моего карася. Блин, вот это действительно карась. Я думал, лень такой здоровый. О! Конечно, поменьше. Тоже пойдет. Пойдет, пойдет за нижнюю губу. Прикорка, кайнар рулит. Сазан карп карась, чеснок. Ух ты, ты смотри, поймал. Ха-ха-ха-ха-ха! Хиты! Агельман!
Дай каравал покажи. А, карасай. Эй, что донки сюда поставишь? Я тебе говорю, перенеси их. В общем, клюет здесь хорошо. Блин, мои донки там лежат, возле Красной Нивы. Ержан, я рыбу почистил, Ержан рыбу жарит. Сейчас рыбу покушаем. Мы прямо возле села Киевский. Вот такие дрыщи клюют, блин. Бегуайер, бегу. Бегуайер, бегу. Как чебак клюет. Вот. Балка даин. Санька, садись. Рыба даин. Блин, кушать его. Тут забрал, я хотел только покушать. Дядь Саша, дядь Терек. Сейчас будем кушать. Санька, садись, что ты? Опс, вот. Давай, ребят, за все хорошее, да. Главное, да, на природе, остальное купим. Вот так, друзья, собираемся. Поспал, блин. Сколько я, полтора, да? Два часа поспал, блин. Проснулся. Ержан уже собрался, кажется. Придется нам тоже собираться. Вон, наловили сегодня. Линки маленькие. В общем, домой собираемся. О, шалдар тоже наловили, как наш. Мусор за собой обязательно убираем, ребята. Вот такая вот у нас получилась сегодня открытие сезона. Не ахти, но пойдет. Блин, мелкие, мелкие. Пойдет. Кому понравилось, ставим лайки, кому нет, дизлайки. Всех люблю, ценю. Скоро пойдем на хищника. Баклажками, как положено, спиннингами. Ачу.